Привет! Привет! Та-да! Что это? Отчет о липовой докторе Айлс. Сегодня вечером ее арестовали. И где же? В спа? Нет, не говори. Она была в Ламинаж. Вообще-то она пыталась расплатиться украденной кредиткой в магазине париков. Хочешь верь, хочешь нет? У нее длинный список афер и краж личностей, так что... Мне жаль, что я романтизировала ее. И, возможно, доставила неудобства другому несчастному. Как ты вообще узнала, кто она? Я не видела ее лица. Вообще-то, взять с собой мою мать было не такой плохой идеей. Она не собиралась отпускать эту обманщицу, так что... Я даже удивлена, что она умеет пользоваться камерой на телефоне. Твоя мама на все руки мастер. Это точно. И эта фотография помогла делу. Детективам удалось предъявить ей более серьезные обвинения. Что может быть серьезнее кражи личности? Заставить главного судмедэксперта сомневаться в своих достижениях. Жаль, что эта женщина не может использовать свой дар вечно. Дар красть жизни других людей? Нет, не этот. Я про ее талант создавать шикарные образы. Спа в комбинации с йогой было гениально. И правда. Ты тоже можешь быть гениальной, если станешь никчемной мошенницей. А это что? Моя самозванка заказала французское вино, которое так и не забрала. У нее неумирающий талант. Ура! Я хочу приправить это вино пиццей. Вообще-то, лучше сказать дополнить. Хватит меня учить. Ешь пиццу. Давай я подарю тебе сережки из пиццы.